На Ямале болеют ОРВИ. В небольничной пневмонии за минувшую неделю в больнице обратились почти 5200 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. 83 выявили в небольничную пневмонию. На вирусы гриппа обследовано 135 северян. Эта болезнь не зарегистрирована. Мобильные платежи и переводы россиян будут отслеживать. Крупными будут считаться транзакции от 50 тысяч рублей. Предоставлять данные о платежах клиентов придется сотовым операторам. А суммы от 100 тысяч рублей контролировать предлагается и почтовые переводы. В третьем квартале 2018 года россияне поставили рекорд по автокредитам. Они взяли свыше 181 тысячи автокредитов на рекордную сумму почти в 133 миллиарда рублей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.